Канал Ронен Штайн Айнс представляет только для вас и только из Испании на берегу Средиземного моря. Смотрите. Ну вот, старик и море. Старая повесть Хемингуэя. Вот местные бакланы. Чайки жирные летают на пляжу. Стройку пляжу строили. Обкладывают камнями. По ходу моря начинает подмывать железнодорожные пути. А это не есть хорошо. Смотрю на море и постоянно размышляю. Радиоволны, морские волны. Радиоволны должен кто-то передавать, должен кто-то принимать. А морские волны, кто их делает? Нам говорят, ветер. Откуда такая сила, откуда такая энергия, чтобы сдвинуть такой огромнейший поток воды, такой объем? Мы даже не знаем, как это на самом деле все функционирует. Мы только думаем то, что нам рассказали в школе, и считаем это за истину. Но это не всегда, абсолютно не всегда так. Поделитесь этим видео с близким человеком. На этом все. Жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии и читайте комментарии. Там иногда умные люди пишут умные вещи. Всем добра.